Урок второй. Задача первая. На прямой отметьте последовательно точки А, Б, С, Д, Е. Сколько отрезков с концом в точке Д? Давайте покажем все такие отрезки. Это будет отрезок А, Д, Б, Д, С, Д и Д, Е. Значит, 4 различных отрезка с концом в точке D. Задача вторая. Отметьте точки так, чтобы точки M, N, P лежали на одной прямой, а точки S, T, R лежали на другой прямой. Через каждые две точки проведите прямую. Сколько всего прямых? Во-первых, две прямые, которые уже есть на рисунке. На одной прямой лежат точки M, N, P, на другой лежат точки S, T, R. Будет три прямые, которые проходят через точку S и три точки на другой прямой. Значит, это будут прямые M, S, N, S, P, S. Еще три прямые, которые будут проходить через точку Т и три точки на другой прямой. Это будут прямые МТ, НТ и ПТ. И три прямые, которые идут через точку Р и через точки, которые лежат на другой прямой М, Н, П. Прямые МР, N, R, P, R. Значит, сколько всего прямых? 2, да еще 3 раза по 3. Всего будет 11 прямых. Ответ 11. Задача третья. Могут ли 4 прямые не иметь ни одной точки пересечения? Да, это возможно, если все эти четыре прямые будут параллельны. Они попарно параллельны друг другу. 4 параллельные прямые, нет ни одной точки пересечения. Задача четвертая. Можно ли провести 4 прямые через 3 точки так, чтобы прямая проходила не менее, чем через 2 точки? Давайте красным цветом покажем три заданные точки. Прямую надо проводить так, чтобы она проходила не менее, чем через две заданные точки. На рисунке показано, вот прямая проходит не менее, чем через две точки. И таких различных прямых три. Но не 4. Значит, вопрос, можно ли провести 4 прямые? Ответ – нет, нельзя. Задача пятая. Даны точки. Сейчас красным цветом мы отметим эти точки. Эти точки соединены отрезками. Так. Вопрос. Сколько всего отрезков на рисунке? Так, чтобы заданные точки являлись концами этих отрезков. Давайте сосчитаем, сколько будет различных отрезков. Так, во-первых, один отрезок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Значит, уже 7 отрезков. 7. Так, теперь другим цветом давайте покажем. Один отрезок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Значит, 7 до 6 уже 13. И еще
два отрезка. Этот отрезок и вот этот. Значит, 13 до 2 – 15. Ответ в этой задаче – 15 различных отрезков.